Здравствуйте, меня зовут Оксана Очкасова, и сегодня за круглым столом мы собрались, чтобы обсудить, пожалуй, самую горячую тему последних недель. Это модернизация транспортных схем в Чебоксарах. Были общественные обсуждения, очень много информации в интернете, обсуждений и прочего. Для того, чтобы расставить все точки над «и», сегодня мы собрались здесь с экспертами, для того, чтобы получить окончательные ответы. И сегодня вместе со мной за этим столом наши эксперты. Это Андрей Валерьевич Ершов, начальник ГИБДД по городу Чебоксары. Валерий Александрович Смирнов, исполнительный директор ЗАО «Городской таксомоторный парк». Герман Геннадьевич Александров, замглавы администрации по вопросам ЖКХ. Дмитрий Валерьянович Никаноров, депутат городского собрания Чебоксар, председатель комиссии по городскому хозяйству. Александр Васильевич Коныгин, директор троллейбусного управления города Чебоксары. И Александр Николаевич Никаноров, член общественной палаты Чувашской республики. Ну что, начнем мы, наверное, с самого начала. Вообще, как пришла идея, откуда появилась мысль модернизировать наш транспорт общественный. И слово я предоставлю Герману Геннадьевичу. Расскажите о том, как вообще появлялось это все. Спасибо. В 2016 году управлением ЖКХ администрации города Чебоксары по итогам открытого конкурса был заключен муниципальный контракт с научно-исследовательским и проектным институтом территориального развития и транспортной инфраструктуры города Санкт-Петербург по изучению и оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта города Чебоксары на период 2017-2021 года. Институт имеет большой опыт выполнения подобных работ. Они разработали для города Казани, Саранска, Тольятти, Архангельска. Мы к этому документу давно шли, о том, что действительно уже более 5 лет город Казань уже перешел по данной схеме. 2 года уже работает Нижний Новгород. В этом году перешел город Саранск, наши соседи, если так посмотреть. Да? Еще раз говорю, мы маленько задержались по принятию данного решения. Но мы сейчас уже разработали документ планирования, обсудили на общественное обсуждение. Все документы находятся на сайте. Мы очень благодарны горожанам сегодня, которые активно участвовали в рассмотрении и внесли свои предложения. Для нас это было очень важно. Ну, смотрите, вопросы ведь начались, на самом деле, с того, что пошла информация о том, что закрывают 20 маршрутов, и 18 маршрутов будут изменены трассы. Но ведь это не совсем закрытие, ведь есть просто дублируемые, да, какие-то маршруты. Совершенно правильно, Оксана Ивановна. Это развитие, оптимизация маршрутной сети. Я еще раз говорю, город развивается, расширяется. Одновременно 15 микрорайонов сегодня застраиваются новые микрорайоны. Мы, конечно, должны менять. Мы нигде не должны оставлять горожанам без общественного транспорта. Любой человек утром встает, должен ехать на работу. Мы должны обеспечить. У нас это в федеральном законе возложено на орган местного самоуправления обеспечение общественного транспорта на территории города Чебоксары. И мы это выполняем. Не говорить о том, что какой-то микрорайон оставили, этого нет. Мы просто маршруты поменяли, институт разработал, принял готовую модель, предложил нам, мы это изучили и будем по этой программе дальше работать. Ну да, насколько я знаю, на общественных слушаниях практически на каждый вопрос, а почему закрывают маршрут, были всегда ответы, что есть дублирующие, либо есть вариант, на чем они могут уехать. Ну, здесь надо говорить о том, что да, маршрут поменялся, он не говорит о том, что по данному маршруту не будет ездить общественный транспорт. Конечно, он чуть-чуть поменялся, новые микрорайоны заезжают, и оттуда людей надо сегодня вывозить. Думаю, когда все досконально изучат, это будет все нормально. Кому-то это очень не нравится сегодня, о том, что люди работали, привыкли. И если так посмотреть на сегодня, сколько работает общественный транспорт. Давайте рассмотрим. Да? В советское время было 200 троллейбусов, 200 автобусов. Всех обеспечивал полмиллионный город. Сегодня работает 450 по маршрутам городским, ездят маршрутные такси. 200 троллейбусов, 206, 100 автобусов, Чуваш-автотранса большие, да, мы говорим. И межмуниципальный транспорт, который большая проблема, это для нас 550. 1300 единиц сегодня на смену выезжает общественный транспорт. Полностью улично-дорожная сеть загружена. И мы видим нарекания наших горожан о том, что уже по городу невозможно начинает ездить. Мы должны менять
и принять новую схему. Угу. Ну, то есть отсюда и пробки, собственно, возникают, да, и все, что связано с заторами. Еще один проблемный момент, на мой взгляд, да, с маршрутками. Ну, опять же, да, сама пользуюсь, сама езжу. История с безопасностью дорожного движения. И здесь, наверное, вот Андрей Валерьевич может рассказать о том, что происходит, потому что часто бывает, что гоняют. Иногда страшно ехать внутри. Огромное количество народу, причем если раньше, например, контролировалось очень серьезно количество пассажиров маршрутки, да, вплоть до того, что останавливали, считали, то сейчас это может быть огромное количество набившееся вовнутрь, и тогда о безопасности не может идти никакой речи. Вот со стороны ГИБДД, каким образом вы отслеживаете, что происходит, и вы на стороне того, чтобы поменять все, или вам кажется, что все хорошо? Как до этого было сказано, тоже так же хочу довести цифры, которые у нас зарегистрированы. Это количество ДТП на территории города Чебоксары. С участием маршрутных автобусов у нас зарегистрировано 41 ДТП. В результате которых у нас погиб один человек и получили ранение 50 участников дорожного движения. Аналогично перед прошлым годом это у нас было зарегистрировано 37 ДТП. Это получается практически 11% рост ДТП идет. И также у нас был погибший один человек в прошлый год, и в результате которых у нас 57 человек в прошлом году у нас получили телесные повреждения. По вине водителей маршрутных автобусов у нас зарегистрировано 28 ДТП. Это на 16,7% больше, чем аналогично перед прошлым годом. В прошлый год у нас было 24 ДТП, в результате которых у нас один человек в этом году погиб. В прошлом году погибших не было. Получили ранения у нас 36 участников дорожного движения. Аналогично перед прошлым годом 35. Как видите, у нас идет рост количества дорожно-транспортных происшествий по вине маршрутных автобусов. Также у нас личный состав... Отдельный батальон ДПС по городу Чебоксары. Ведется ежедневная, каждодневная работа по предупреждению ДТП и соблюдению ПДД водителями маршрутных транспортных средств. С утра, особенно в часы пик, с 7 часов до 9 часов отрабатываются все регулярные маршрутные перевозки. Мы выставляем экипажи, которые проверяют правила перевозки людей, потому что, исходя из того анализа, который мы провели по итогам даже 6 месяцев, у нас основные нарушения ПДД – это является нарушение правил перевозки людей. Это, то есть, как вы заметили ранее, это переполняются у нас салоны автобусов. И та ситуация, которая творится на данный момент, я также вижу в том, что на сегодняшний день данный автобус маломеститель, перенасыщенный на территории города Чебоксары, чем создаются у нас, как было ранее сказано Германом Геннадьевичем, те затруднения движения на перекрестках, на остановочных пунктах общественного транспорта. Но с этим госавтоинспекция постоянно работает, постоянно находится на контроле и в вечернее, и в дневное время работа ежедневно проводится. Ну да, отсюда опять же пробки, да, то есть мы все знаем, почему возникает пробка, потому что начинает перестраиваться из ряда в ряд, и это чаще всего вот свойственно именно маршруткам. Но хочу послушать и сторону, собственно, перевозчиков. Валерий Александрович Смирнов, расскажите со своей стороны видение вообще всей этой ситуации. Наверное, время настало, конечно, изменять схему движения маршрутов, пересматривать все это, новые микрорайоны, обеспечивать надо пассажиров перевозками. Но здесь возникают некоторые вопросы, которые не совсем понятны для нас, для перевозчиков. Например, особенно вот маршрут номер 35, если возьмем. Мы его сейчас по новой схеме должны отправить по улице Энгельса и по Ярославской улице. В данный момент мы там выезжали, смотрели. Эти остановочные пункты, они не благоустроены. Напротив центрального универмага, например, там невозможно даже построить посадочную площадку для пассажиров. Нету пешеходных переходов, нету указателей, павильонов нету. Ну и потом там всего 4 остановки по маршруту следования вниз и 4 остановки по следованию Новоюжный район. Эти остановки, они совсем не востребованы сегодня пассажирами. Пассажиры привыкли выходить на проспект Ленина, на Карла Маркса. Здесь пассажиропотока такого не будет. Конечно, каким образом его обследовали, эти материалы нам неизвестны, какие рекомендации были по открытию этого маршрута. Но 35-й маршрут на сегодняшний день – это самый востребованный для пассажиров города. Он идет по центру, обслуживается новыми автобусами. Мы согласны пустить туда меньшее количество автобусов, большой вместимости. Мы согласны этим. Но если нас оставить так же, как сегодня было сказано, по улице
Ярославской, да, она, там нету такой необходимости иметь автобусы большой вместимости или средней вместимости, скажем. Потом, если условия движения по этой улице, она никем не обкатана сегодня, там, я уже повторяюсь, пассажиропотока не будет такого. Маршрут, он постепенно будет, как говорится, закрываться. Почему? Потому что повороты на Воробьевых, остановка на Воробьевых, остановка улицы Воробьевых, она не предусмотрена дальше туда ставить еще маршруты. Там и так накипело, еще 2-3 ряда стоят автобусы. У меня есть фотоматериалы, которые мы выезжали, проверяли на своем автобусе. У нас есть автобус средней вместимости. Мы уже готовились к этому. Мы еще заказали автобусы. Сегодня генеральный директор как раз занимается этим делом. Вот. И потом остальные остановки, они также не предусмотрены сегодня. Там вообще такие повороты глухие, где не осматривается за поворотом, что происходит. Автобус полный пассажирами, если поедет там, она будет работать, скорее всего, в экспрессном варианте, потому что там нету пассажиропотока, не будет там никогда в ближайшее время. Лет 5, может быть, пройдет, пока благоустроится, люди привыкнут. Один маршрут на этом участке движения, она ничего не решает, его никто ожидать не будет в течение 10 минут, 15 минут. Это будет очень обидно, конечно, что такой востребованный маршрут, она постепенно зачахнет и закроется. Но это же не только связано с тем, что маршрута не будет. Ну ладно, не будет маршрута, но там же люди работают, потом они все заняты, они трудоустроены, у нас же предприятие на законных основаниях существует, у нас кредиты большие, суды. Это все автобусы, они приобретаются не так просто, это же все наши кредиты. И там более 100 человек работает, рабочих, по обслуживанию только, и водители, считайте, еще. Они все трудоустроены, правильно работаем, бюджет мы вплачиваем все наши положенные налоги. Предприятие существует с 64-го года, прошлого века, будем говорить. И это предприятие постепенно закроется. Не знаю, каких это интересов, но очень обидно, конечно. Единственное автотранспортное предприятие Чебоксары, которое существует на законных основаниях, имеет полное обслуживание автобусов, и все там благоустроено, устроено для обслуживания, для ремонта. У нас своя врачебный кабинет, сертификаты мы имеем на ремонтные работы, на прохождение медицинского осмотра, на обслуживание, на перевозки. Работаем столько лет на этом поприще, и сегодня постепенно она будет, наверное, закрываться. Ну, то есть, смотрите, это угроза бизнесу, Прямая угроза бизнесу. Герман Геннадьевич, есть что ответить на это? Давайте, вот, ряд вопросов я, конечно, соглашусь, но могу сказать, что делается по развитию уличной дорожной сети. Вы все прекрасно знаете, что было, в каком состоянии улица Композитора Воробьевых. Мы там стояли 10-15 минут, вот этот горлышко около Домота. Мы 3 года назад это полностью реконструкцию сделали. Давайте дальше посмотрим, что мы сделали по Марпасадскому шоссе. От машиностроительного проезда, хозяйственного проезда целых полчаса с Новочебоксарска ехали. Расширили сегодня за 2-3 минуты. Другой участок, это проспект Ивана Яковлева, давайте посмотрим. Сегодня администрация города работает в этом направлении. И может быстро не получается, конечно, да? Мы сегодня видим, как развиваются наши новые микрорайоны. Садовый построили. В проспекте Ивана Яковлева полностью переделали и конструировали. И Энгельса Ярославский полностью расширили. Мы должны. И в то же время Ярославский примыкает к Благовещенскому микрорайону. И оттуда тоже много людей. Сегодня очень активно застраивается город. И мы должны смотреть вперед. Не надо так однобоко сразу посмотреть. Да, к сожалению, все наши перевозчики хотят только по центру ехать. Но такого не будет сегодня. Угу. Ну, то есть, я думаю, что все равно же не в интересах администрации города закрывать бизнес. Ну, то нет, есть, это же, да, это нелогично. И никто сегодня и не ставит. Сегодня вообще открыто, прозрачно. Все аукционы, это будет через электронную площадку проводиться. Нет, не в закрытом конкурсе. Сегодня всем доступно это все. Мы уверены, наши перевозчики и будут участвовать, и будут выигрывать. Ну, тем более, опять же, да, возвращаясь к 35-му маршруту, вы действительно первые, кто больше вместимости запустил автобусы, да, и они ездят как рейсовый автобус нормальный. Поэтому, Дмитрий Валерьянович, по поводу всех обсуждений от вас хочу услышать комментарий. Ну, на самом деле обсуждения были очень бурные. Они были очень бурные и в интернете, и очень бурно проходили у нас публичные слушания. Но позиция депутатского корпуса такова, что город всегда должен развиваться, и желательно, чтобы развитие это было динамичным. Учитывая, что мы являемся столичным городом,
мы должны всегда показывать свое лицо. А транспорт, который у нас будет, это все-таки визитная карточка нашего города. Мы же все прекрасно понимаем, когда мы едем в другие города, и если мы видим, что там ездит некрасивый транспорт, который перевозит людей, мы говорим, что ой, город какой-то все-таки неблагоустроенный. Вот. Мы хотим, чтобы у нас все жили в мире, в гармонии, чтобы и перевозчики, и пассажиры чувствовали себя в этом бизнесе и очень комфортно. Мы хотим, чтобы сегодня люди были в безопасных бортах, которые у нас проезжают по городу, чтобы они чувствовали себя комфортно там, где они передвигаются по городу. Мы также хотели бы, чтобы время движения от одной точки до другой было такое же короткое, как и сейчас. Но в тот же момент стоит учесть и следующее, что у нас идет большое наложение, дублирование маршрутов. Кроме всего прочего, сегодня вот мы говорили про наше только дублирование маршрутной сети, но здесь еще нужно сказать о том, что есть межмуниципальные маршруты, которые также дублируют сегодня городскую сеть. Это тоже очень большая проблема, над которой нам нужно будет проработать с Министерством транспорта Чувашской Республики, для того, чтобы, наверное, у нас в городе были обычные пересадочные узлы между межмуниципальным транспортом и потом уже общегородским транспортом. Сегодня мы говорим о том, что мы хотим модернизировать, и мы в любом случае это сделаем. Мы уже видим сегодня четкую картину, где есть у нас маршруты полностью не востребованные, есть где маршруты очень сильно востребованные, и особенно там, где эти маршруты востребованы, конечно, должны быть более большие борты. Вот, то есть транспорт должен быть более вместительным. Сегодня мы уже переходим, наверное, можно сказать, почти что на другой этап, потому что сейчас нужно выбрать тот вид транспорта, который будет, допустим, средней вместимости, большей вместимости, чтобы это было все одинаковое, красивое, а не так, что у один перевозчик взял, купил один транспорт, другой, это будет опять уже некрасиво. Да, но это опять же вопрос добросовестности, да, перевозчиков. Сегодня мы уже начинаем рассматривать вопрос о том, чтобы модернизировать наш троллейбусный парк. Смотрим, какие есть хорошие, комфортные, низкопольные троллейбусы, кто какие предложения нам готов предоставить. То есть мы не стоим на месте, мы идем вперед. Я уверен, что горожане, когда пройдет небольшое количество времени, они привыкнут к новым маршрутам, они всем нам скажут большое спасибо. Потому что сейчас, когда мы оглядываемся там, назад и смотрим вперед, нам кажется, что, наверное, нам будет неудобно ездить. Поверьте, будет удобно. Сегодня, когда мы прошли публичные слушания, мы собирались потом еще раз с Питерским институтом, который проводил нам все эти исследования, и доказывал нам, где какой маршрут должен пройти. Некоторые маршруты мы еще раз поменяли, и, может быть, мы соберемся окончательно еще раз и там, проведем кое-какие изменения, потому что, ну, есть вопросы. Еще остались вопросы, которые нужно будет порешать. Но вот очень мне понравился там довод жителей микрорайона Соляное, которые говорят, зачем нам от Соляного ехать вначале в Новоюжный, только для того, чтобы потом попасть в центр. Мы вот согласны полностью с этими доводами и говорим, правильно, не, проработано, тут не совсем корректно. Не маршруты это поменяли, и там один автобус оставили. Естественно, когда еще проводились исследования, то микрорайон Соляной в численности был немножко меньше, чем в данный момент. И туда еще будет переселение людей, поэтому нужно всегда смотреть с учетом будущего, с учетом того, что население в каких-то микрорайонах будет возрастать. Есть, ну, то есть это такая история не директивная все-таки, да, история обсуждений. Не зря и общественные слушания были, да, по этому поводу. Я думаю, горожане, может быть, вообще уже заметили, что у нас в любом случае все большие, крупные вопросы происходят в диалоге с людьми. В диалоге с людьми, которые данный там, вид или данный продукт будут потреблять.
То есть, если мы говорим про непосредственно маршруты, то мы грандиозное обсуждение проводили с людьми. Вот. Если мы говорим про там дворовые площадки, то опять же мы все работаем только с людьми, везде проходит публичное обсуждение. Ну, заговорили про троллейбусы, да, к Александру Васильевичу обращусь по поводу троллейбусов. Мы же тоже меняли маршруты троллейбусов, и мне кажется, все уже привыкли к тому, как ездит там та же самая девятка, например, по новому маршруту. А как дела сегодня в троллейбусном управлении? Обеспечиваете же наверняка достаточно хорошо. Мало того, я скажу, я в троллейбусах езжу с большей радостью чаще, чем в маршрутках, потому что свободно. Народу меньше и больше комфортно, по крайней мере, меня не трясет, я в безопасности уверена. Ну, если говорить о троллейбусе, мы сегодня на рынке перевозок работаем 53 года. С 64 года троллейбусное управление начало свое существование. Естественно, троллейбус – это вид общественного транспорта, который предназначен для перевозки пассажиров в большом направлении пассажиропотоков, то есть в большом пассажиропотоке. Со своей проводной способностью он сегодня везет порядка 120 пассажиров номинально. И, естественно, доминирующее положение в городе Чебоксары, в частности, у нас было отдано троллейбусу. То есть все основные магистрали, которые сегодня существуют в городе, они, так сказать, задействованы троллейбусным транспортом. И если взять советские времена и последние времена, в принципе, на троллейбусе можно доехать в любую точку города. Единственное, не везде и не всегда удается без пересадок это сделать, но такая была постановка вопроса в советское время. Ведь раньше, вспомните, когда на тракторном заводе работало 27 тысяч работающих, у нас туда ходило 36 машин первого маршрута с интервалом 2 минуты. И, в принципе, имея, вот Герман Геннадьевич уже сказал, что 200 троллейбусов и 200 автобусов обеспечили практически весь город. Есть, конечно, сегодня проблемы, и я понимаю, что троллейбус сегодня уже один не вытянет эту ситуацию, потому что не так четко работает автобус, что греха таить, так сказать, ваш автотранс. Поэтому, хотим мы не хотим, наличие частного транспорта, оно, так сказать, ну, объективно и закономерно присутствует. Поэтому вот работники института, которые провели титаническую работу по изучению маршрутной сети города и по оптимизации, ее оптимизации, в общем-то, дали конкретные предложения, которые увязаны с тем, что основной приоритет отдается транспорту большой вместимости, и малый, так сказать, вместимости транспорта, он дополняет его. Поэтому я считаю, что это мудрое решение, и при, так сказать, правильном подходе к этому, а я считаю, что вот те предложения, которые поступили, конечно, не все воспринимается сразу, когда народ привык, так сказать, что сегодня, да, вышел, и от подъезда к подъезду можно доехать, но это, с одной стороны, я считаю, неправильно. То есть основной приоритет должен отдаваться транспорту большой вместимости. Это автобус большой вместимости и троллейбус. Поэтому мы, так сказать, справлялись, справляемся, я надеюсь, будем справляться. И все, что сегодня делается и оптимизация маршрутной сети, это все направлено на обеспечение, в первую очередь, безопасности дорожного движения, ну и комфортной, так сказать, поездки пассажира. Это основная задача любого транспортного предприятия. Поэтому я считаю, что в этой ситуации, ну, есть проблемы у нас с заменой подвижного состава. Вот Дмитрий Валерьянович сказал, уже переговоры ведутся на эту тему. В общем-то, мы имеем свои ремонтные мастерские троллейбусные. Вот, при общественном обсуждении этого вопроса были реплики со стороны, так сказать, частных перевозчиков, что троллейбус развалюха, он разваливается. Да, мы, значит, в какой-то степени большей частью машин перешли срок эксплуатации. Но это не говорит о том, что троллейбус сегодня в разваленном состоянии. Мы сегодня ежемесячно делаем 22 машина капитальных и текущих ремонтов, это практически на уровне, ну, заводской сборки троллейбуса. Мы, так сказать, снимаем все оборудование, лечим кузов, значит, ремонтируем оборудование, заново красим полную покраску, выпускаем троллейбус. Поэтому любой пассажир города, так сказать, сегодня, или, так сказать, вот кто гости приезжает в республику, они удивляются, как вам удалось сохранить подвижной состав в таком виде, потому что видят, особенно специалисты, что троллейбусы, в общем-то, давно куплены, потому что современные модели, они принципиально отличаются от того, что сегодня ходит на улицу города. Но я надеюсь, что мы в этом вопросе тоже догоним. Понимание города есть, понимание депутатского корпуса есть, поддержка есть. И я думаю, что в ближайшей перспективе новые модели троллейбус появятся. И снимутся все вопросы, как вот сегодня возникают отопление зимой, были реплики, так сказать. Да, действительно, есть такая проблема. Мы с ней боремся. Порядка половины подвижного состава мы дополнительные печи поставили зимой. Но здесь одно «но» есть. Значит,
Посмотрите, какие короткие перегоны в нашем городе между остановками. Это порядка 600 метров, 500 метров, есть даже 350. Поэтому сохранить тепло, когда, значит, двери открываются, шестидверные, так сказать, шеститворочные двери, очень сложно. Поэтому здесь мы понимаем горожан наших, значит, боремся с этим, что можно в сегодняшних условиях делаем, но надеемся на то, что все-таки, поддерживая сегодняшний подвижной состав, будем его в перспективе обновлять. И проблемы, и вопросы как таковые снимутся. Но я надеюсь еще и при этом, что троллейбус был, есть и останется основным видом пассажирского транспорта в городе Чебоксары. Мы сегодня переводим порядка 60% всех перевезенных пассажиров в городе. При этом 83% перевозим льготные категории, то есть социальная значимость троллейбуса, она остается на сегодняшний день. Вот. А были времена, когда мы до 80% общих перевозок в городе осуществляли. Поэтому надеемся, что с помощью вот оптимизации маршрутной сети и той большой работы, которую институт провел, значит, в конечном итоге этот вопрос состоится, и всем будет комфортно. И, так сказать, безопасность на дорогах города Чебоксары, она, так сказать, повысится. Вопрос качества состава, в том числе, он и к маршруткам его, да, можно отнести? Да, вот Герман Геннадьевич правильно подсказывает. Еще надо не забывать, что троллейбус – это экологически чистый вид. Вот, я хотел сказать, да, что он единственный, кто выбросы в воздух не делает. То есть сегодня многие города России переходят обратно к этому виду транспорта, потому что перспектив нет других. Угу. Есть у нас с транспортом еще один вопрос. Да, это вечернее время. И вот Александр Николаевич, наверное, да, что-то скажете по этому поводу. Опять же, по себе знаю, гуляешь вечером, да, или на работе допоздна остаешься, и после 11 могут быть вопросы. Ну, конечно, мы, жители города Чебоксары, застали те времена, когда троллейбусное управление было лучше в Российской Федерации. И мы вот... И я... сегодня он такой. Возможно, вот данных у меня нету. Я, будучи ребенком, гордился, что я живу в чисто экологическом городе с большим количеством деревьев. И то, что город занимает места первые по экологии, по благосостоянию и дорог, и жилья, и многих других вопросов, это большая заслуга на протяжении многих лет и администрации города Чебоксары. Действительно, расширяются дороги. Вот сейчас последние, скажем, видимые работы – это на улице Гагарина, где и разгонные полосы учитываются, чтобы можно было удобно с дворов выезжать. И депутатский корпус, изучив опыт других городов, как Татарстан, например, это переход от малого транспорта, таких как, ну, скажем, нашего российского «Газель», на более крупные, 30 человек может перевозить, по сравнению с «Газелью», 18 человек, это автобусы «ПАС» и других моделей. Это, на самом деле, очень здорово. Один вопрос, который бы я хотел затронуть на данном нашем круглом столе, это работа транспорта в ночное время. С чем это связано? В нашей организации 1650 работающих человек. Это на примере торгового сети «СМАК». Вот, 40 объектов по городу, разбросаны по разным районам. И, естественно, работая до 23 часов, то есть закрывая магазин, сдав на сигнализацию, люди хотят вовремя, ну, вовремя что такое? Пораньше добраться домой после 23 часов. И вот такая проблема возникает по разным маршрутам. Я подготовил, значит, маршруты проблемные, но это и кадровый вопрос, где, допустим, водитель не доезжает, например, до промтрактора, а на вокзале говорит: все, мы доехали, дальше троллейбус не идет. Такая проблема существует, наверное, как на любом предприятии, кадровый вопрос, да? Я вам потом предоставлю, если вы хотите, по маршрутам проблемы отдельно. Почему? Потому что мы провели мониторинг среди своих сотрудников, и они вот эти проблемы обозначили. Мы подготовили небольшой список. Я руководитель троллейбусного управления предоставлю, чтобы он, ну, отреагировал на пожелания. Это жители нашего города, которые хотят, закончив рабочий день, ну, побыстрее добраться до дома. Вот такая тема она есть. Модернизация как дорог, жилья, скажем, транспорта имеет место быть. Я всегда говорил и буду говорить, совершенству нет предела. И то, что мы любим свой город, заботимся о благосостоянии нашего жилья, дорог и в целом проживания наших жителей, общими усилиями, я думаю, мы найдем консенсус, который приведет к тому, что более комфортно будет жить в этом городе. И я уже вижу, что многие иногородние приезжают жить в наш любимый город Чебоксары. Угу. Ну, опять же, да, я думаю, что как все новое, всегда все воспринимается в штыки. Это нормальная реакция любого человека, если ему говорят, что с завтрашнего дня мы что-то меняем.
меняем, начинаются сразу какие-то возмущения, потому что все уже достаточно привычно. Елена, я Александр, бы хотел вот немножко если добавить. Так посмотри, да, вот перекрестка. Александр Николаевич правильно рассказал сейчас, да, что мы сделали последние 3-4 года. Вот Гагарина взяли, да, Гагарина, поворот направо на Ленина. Дополнительную полосу построили. Как будто уже сегодня мы считаем, это как будто давно было. А этот поворот хотели в 80-х годах еще реконструировать. Да, большие проблемы, большие переносы инженерных сетей были. Там газопровод 400-ка лежала, который полгорода обеспечивает. И горожане не почувствовали, когда мы его перенесли, сделали. И сегодня этот перекресток не так загружен. Хотя поворот налево вопросы есть. Александр Васильевич, троллейбусы вот вовремя не могут. Мы это, конечно, будем решать. Решать будем по остальным перекресткам. Мы должны общественному транспорту дать зеленый свет. Угу. Перед нами город об этом знает, глава администрации ставит перед нами задачи, и будем эти вопросы решать. Ну, смотрите, главная проблема еще, которая высказывалась и на общественных слушаниях, и то, что я читаю в интернете в обсуждении, это вопрос того, что будет много пересадок. То есть большинство горожан говорят о том, что нам придется платить больше, как вы там разрабатываете маршруты. Решается же как-то этот вопрос? Давайте я попробую ответить на этот вопрос данный. Я тоже также вот считаю, что люди с учетом нашей реформы не должны платить больше. Я не могу сейчас точно со стопроцентной уверенностью сказать, сколько у них это пройдет по времени, там, с одной точки до другой добраться. Но я думаю, что при разработке, по крайней мере, мы об этом говорим, что в большей степени здесь должны заработать карты оплаты. То есть ИТК там единые, проездные. То есть вот какую-то форму такую мы должны сделать, чтобы они не почувствовали на себе вот это вот бремя, которое может вдруг лечь на них. Потому что сегодня мы знаем примерно определенное количество денег, которое крутится в транспортных перевозках. Вот. Это и количество пассажиропотока. Учитывая, что вот он остается, пусть он останется так же, вот. Но реформа, которая в транспортной сети у нас должна произойти, она должна пройти. И народ сильно не должен это прочувствовать. Они только должны прочувствовать тот комфорт, который с модернизацией сети произойдет. Вот что они должны прочувствовать. И это было бы правильно и честно по отношению к нашим жителям, которые у нас проживают в городе Чебоксары. Ну, я думаю, что вот вариант с картами оплаты, да, как это делается в Москве, когда ты пересаживаешься с метро на автобус, у тебя... Совершенно да, верно. Там может быть или дневные они будут там, да, то есть покупаешь карту оплаты сразу за день. Потому что есть вот институт, он же не просто разработал, кто как там ездит, конкретно есть по маршрутом, по количеству часов, по количеству людей, привезенных в час. Там. То есть это полностью грандиозная работа была проделана, эти все цифры, они у нас есть. Поэтому здесь нужно сделать определенный математический расчет для того, чтобы горожане, еще раз да, подчеркну, чтобы горожане, жители нашей столицы не почувствовали себе определенное денежное бремя, которое на них должно лечь. Чтобы вот этого не было, чтобы вот тратили они там, допустим, 500 или 800 рублей в месяц. Вот пусть так оно и остается. Угу. То есть будет перераспределено. Дальше смотрите. Угу. Да, хорошо. Нет, по проездным билетам здесь вот, Дмитрий Ильич сказал, да, есть проблема, так сказать, сквозного, но всегда был в продаже единый проездной билет, который предусматривал поездку и на автобусе, и на троллейбусе. Единственное, что вот частные перевозчики, они как бы так сказать, в стороне стояли от этого. Если разработать даже первый шаг сделать в этом направлении, один билет, и потом по сегодня электронная форма, так сказать, отслеживания поездок в каждом виде транспорта, можно четко посчитать, сколько поездок сделали в одном транспорте, в другом, в третьем, как у нас с автобусом сегодня. Поэтому ничего тут страшного нет, и бояться перевозок не надо, это нормальное явление, и всю жизнь так строилось, что есть транспортные развязки, к которым подтягивается общественный транспорт, и куда подтягивается все остальное, так сказать, ну, основная часть горожан там, или так сказать, пассажиров, и они дальше разъезжаются в разные стороны. Поэтому есть очень много наработок, вот я согласен, так сказать, и сквозной билет, и единый билет, так называемый,
крупные города России, там, в частности, Москва, Санкт-Петербург, они это практикуют. Я надеюсь, и мы к этому придем. Хотим, не хотим, этот вопрос будет. Мы, с своей стороны, тоже, так сказать, пытаемся сделать. Вот у нас первый маршрут сегодня соединяет два крупных микрорайона, Новый Южный район и Северо-Западный. 20-й мы Юго-Западный, так сказать, совместили, но возможности троллейбусного направления сегодня не безграничны, поэтому здесь все упирается и в количество машин. Можно сделать один маршрут, при этом угробить несколько других. Поэтому, я думаю, это вопрос перспективы, мы будем над ним работать. А единый проездной билет, его надо, в общем-то, мы его уже взяли на контроль, мы уже отслеживаем сегодня, начинаем мониторить и, так сказать, свои предложения будем готовить в этом вопросе. А сегодня проездной билет, хотелось бы сказать, что проездной билет, вот троллейбусный, я не понимаю, почему население. Мы раньше продавали, значит, вот буквально в недалеком будущем 36 тысяч проездных билетов. Сегодня продаем только 13. Понимаете, как резко упало? А ведь льготность проездного билета, вот хочется мне довести до пассажиров, льготность, она какая поездка, даже не 13 рублей по электронному кошельку. Хотя вот в частности, если сказать про электронный кошелек, он действует на всех видах транспорта. Автобус, значит, транспорт малой вместимости и троллейбус. И, в общем-то, эффект есть. Мы ввели, мы очень сомневались, что даст ли этот эффект. Все-таки 4 рубля разница в стоимости проезда, 17, ну, в частности, по троллейбусу и 13 по электронному кошельку. Но сегодня мы почти 50% у нас поездок именно по электронному кошельку. И в частности, вот падение проездных билетов мы связываем именно с тем, что люди брали проездной билет, а сегодня берут электронный кошелек. А электронный кошелек, он сегодня удобно. Вышел с одного вида транспорта, сел в другой. Не надо ковыряться там, мелочи искать. Сразу предъявил, поехал дальше. Поэтому вот перспектива она будет, и, так сказать, будущее за этим. Ну, я думаю, что с введением новой маршрутной сети, конечно, это опять станет востребовано. Вот. Ну а для перевозчиков это, мне кажется, вообще самый оптимальный путь, потому что здесь всегда открытые деньги. Ты видишь конкретно, что вот там ты получаешь непосредственно в свою бухгалтерию определенное количество денег, потому что никуда ни налево не уходит. Сегодня у нас там есть кондуктора, которые, может быть, где-то, не хочу плохого слова сказать, да, где-то подворовывают, может быть, такое есть. Об этом они все сами говорят, и перевозчики говорят, что там у водителей что-то остается. Поэтому, когда внедрили карту ЕТК, мы в первую очередь говорили о том, что вот эта вот денежная масса, которая гуляет, она будет открытой. Мы просто сегодня об этом никто не сказал, но есть же большая проблема, опять же, особенно у маршрутчиков. Налоговые органы говорят о том, что многие водители работают нелегально. Теневой бизнес. Это тоже проблема для города. Вот этими всеми действиями, всеми рычагами, которые есть у администрации города, мы хотим, чтобы все было открыто, было чтобы прозрачно. Вот к этому мы стремимся. Давайте у перевозчика мнение спросим, Валерий Александрович, относительно ЕТК оплаты, возможно, введения действительно единых проездных каких-то. Мы, конечно, за все новое всегда беремся первыми, но у нас в данное время по ЕТК электронными кошельками пользуются, по нашим расчетам, мы стад управления передаем, налоговые органы, 78% населения города Чебоксар на наших маршрутах пользуются едиными картами и электронными кошельками. Вот на сегодняшний день такая обстановка. Мы не против на всяких нововведений, мы за, мы всегда приветствовали это. Тем более нам таить нечего, мы на законных основаниях работаем, мы под контролем налоговой инспекции. Ну, вот, Игорь, то есть вообще же весь вопрос всегда возникает от того, что есть недобросовестные перевозчики, да, и добросовестные перевозчики. И, собственно, и проблемы в том числе и с пробками, да, как мы уже говорили, и с теневым бизнесом, и с безопасностью на дорогах, которая возникает. Это все к вопросу того, что ты никогда не знаешь, с кем ты едешь, в какой маршрут ты сел, и что с тобой будет, доедешь ты до конечной точки или не доедешь, да, потому что не у всех есть наверняка и медицинская проверка, я так думаю, судя по тому, что я иногда вижу в маршрутных такси. Да, и, конечно, нужно это каким-то образом сводить в нечто единое, которое приведет к нормальной безопасности на дорогах и, собственно, сделает нам нормальную систему транспорта. Есть ли какие-то, Герман Геннадьевич, у нас сроки по внедрению этого всего? Обозначены ли они, или мы продолжаем находиться в процессе обсуждения? Ну, документ планирования находится сейчас в обсуждении. И горожане очень активно, я еще раз говорю, вносят свои предложения. Я думаю, в августе месяце, первой декаде этот документ будет принят. Угу. То есть, а можно ли еще пока вносить предложение? Вот сегодня? Да, сроки еще есть. Есть. Где это можно сделать? У нас есть на сайте администрации города Чебоксара.
Угу. То есть можно зайти, внести свои предложения относительно маршруты, которые я вижу, да, или какие-то у меня есть вопросы. Да. Все планы, соответственно, там тоже выложены по всем маршрутам, которые будут изменены. Или можно где-то их в другом месте почитать. Ну, то есть вот я захожу, ну, то есть условно у меня вот есть, что закрываются 20 маршрутов, изменяется 18 раз, да? То есть какие-то карты того, как это меняется. По каждому маршрутной сети, как меняется это все, на сайте администрации можно ознакомиться. Угу. Все, отлично. Напоследок, наверное, в качестве последнего вопроса, хочу услышать от каждого из вас мнение относительно того, к чему мы идем, да, ну, то есть какой город мы хотим создать, и что мы в конечном итоге получим от всей этой модернизации, и чего хотелось бы каждому из вас, как человеку, который со стороны администрации, со стороны ГИБДД, со стороны перевозчика транспортного, да, со стороны троллейбусного управления, думает обо всем этом. Все проблемы, возникающие в сфере безопасного дорожного движения с пассажирскими перевозками, они возникли не сегодня. И я думаю, что решение этой проблемы должна она подходить в комплексе разрешения всех проблем. Это, как говорили, это то, что у нас соблюдение ПДД, это соответствие требований уличной дорожной сети, нормативным требованиям. И совместная работа, если она будет продолжаться с органами местного самоуправления и с другими госорганами, она приведет к тому результату, что на улицах нашего города будет наконец-то порядок, и что каждый человек, как вы говорили ранее, садясь в транспортное средство, оно будет уверен, что оно доедет спокойно. Да, что в безопасности. Безопасно. И все будет у него хорошо. Да, не как в некоторых городах, когда в маршрутке висит объявление 30 минут страха, и ты на месте. Вот это, мне кажется, то, что отражает максимально там, половину ситуации, да, того, что есть сейчас. Герман Геннадьевич. Ну что, вот на каждый раз нам ставят пример о том, что какие города, какие. Мы вот изучали опыт многих городов. Вот, на каждый раз ставят Казань. Вот как хорошо, как автобусы большой вместимости ездят по городу. Удобно, качественно. И нас, перед нами стоит задача о том, что улучшить качество обслуживания пассажирских перевозок. Да, но нас многие боятся, что мы можем превратиться в Нижний Новгород, где не сильно удачно это все внедрилось. Давай плохое не возьмем, вот, а хорошее я давайте. Думаю, что да. На хорошем учиться и хорошем правильном направлении идти. Логично. Александр Васильевич. Ну, как любой перевозчик, основная цель, значит, при всех изменениях маршрутной сети или нововведении дорог – это повышение доходности. Это вопрос вопросов. Но ставя вопрос повышения доходности, мы никогда не снимаем вопрос у повышения обеспечения безопасности дорожного движения и комфортности поездок. Я надеюсь, что все это состоится в конечном итоге. Угу. Вы не думаете о том, что мы о развитии троллейбусной сети не думаем? Вот нам, перед нами стоит задача о том, что реконструировать дальше проспекты Иоанна Яковлева до Альгейшева. Мы, конечно, себе перед главой администрации четко поставили. Сегодня мы разрабатываем проектно-сметную документацию, и мы должны до Альгейшева по Иоанну Яковлеву довести троллейбусную линию. Ну, и еще один троллейбусный маршрут разрабатывается. В таком направлении город продвигается, развивается. Угу. Ну, и новый город тоже самое. Новый город нам надо. И в то же время мы не забываем про соседний Новочебоксарск. Ну и полукольцо. Полукольцо, транспортное полукольцо, да. Угу. Александр Николаевич. Хотелось бы отметить положительные моменты, вот это, ну как голос народа. Электронное табло не остановка, помогает ориентироваться во время прихода транспорта, что очень удобно. Единая транспортная карта ЕТК позволяет сэкономить на проезде. Экономить с каждой поездки 4 рубля. Вроде мелочь, но копейка рубль бережет. А за большое количество поездок складывается большая экономия. И удобно. Нет необходимости считать мелочь. Это люди говорят. А я бы хотел как руководитель сказать, чтобы на предприятиях, которые обеспечивают поездки в вечернее время, все-таки обратить внимание на дисциплину этих водителей, чтобы они дорабатывали день до конца и доезжали до конечных остановок, довозя наших сотрудников, граждан, клиентов. Спасибо. Но здесь можно сказать о том, что Александр Николаевич правильно сейчас делал нам направление. Вот электронное табло. Ввели эксплуатацию, да? Первое время неправильно пользовались, да? Сегодня я смотрю, каждый смотрит на электронное табло и для себя выбирает маршрут, да? Это же здорово. Конечно. Но я говорю, как все новое. Вот Александр сидит, да, у нас раньше не было, мы никак не могли прослеживать скоростной режим, да. Сегодня через Чебоксары Телеком мы всех видим на мониторе, и кто нарушает, и куда он доезжает, Александр Николаевич. Это все на его это, схеме мы видим о том, что и дальше будем так, это направление продвигать. Спасибо.
Угу. Дмитрий Валерьянович? Ну, в завершение мне бы хотелось сказать, что все-таки Чебоксары, как столица Чувашской республики, как город Поволжья, это все-таки жемчужина Поволжья, и мы хотим, чтобы эта жемчужина Поволжья всегда такой оставалась, чтобы город Чебоксары был современным, динамично развивающимся городом. К этому мы стремимся. Такие задачи нам ставит и глава Чувашской республики, и мы сами себе ставим такую задачу, чтобы идти только вперед, и поэтому идти мы будем только вперед. И хотелось бы, чтобы все-таки город наш был современным. Сегодня вот недавно буквально мы изучали на примере троллейбусов новые виды уже транспорта, совсем современные. И вот я думаю, что если мы еще и такие вещи внедрим, то все наши жители города Чебоксар скажут, мы живем в самом комфортном, в самом современном городе России. Сегодня мы говорим о том, что да, мы ездим, изучаем опыт других городов, но опыт других городов мы должны только брать себе на заметку и делать еще лучше. Вот к этому надо стремиться, и я думаю, что мы, если будем ставить себе такие амбициозные задачи и их решать, то в нашем городе будет всем очень хорошо, интересно, и мы увидим, конечно же, и туристов в большом количестве у нас, потому что люди будут к нам приезжать и говорить, да, сегодня город Чебоксары – самый лучший город на Земле. Вот к этому надо стремиться и ставить свои, себе амбициозные задачи. И я думаю, что только вместе с горожанами мы сможем все это решить. Только с их активным участием мы сделаем и хорошую среду в городе Чебоксары и построим нормальную дорожную сеть. Потому что они нам сегодня подсказывают, и они являются локомотивом нашего движения вперед. Угу. Ну, Валерий Александрович. Ну, я здесь хотел добавить просто. Вот, было обследование, это прекрасно, красиво, правильно сделано. Вот материал обследования, самый основной вопрос возникает в этом. Здесь люди возникают, особенно перевозчики, не понимают, почему закрывают, почему продлевают, почему меняет схема движения. Очень желательно, конечно, сами перевозчики, чтобы были ознакомлены материалом обследования Института Санкт-Петербургского, чтобы они понимали все дело, в чем там касается. Потому что происходят некоторые неправильные вещи. 35-й маршрут, например, у меня больная тема, извините, пожалуйста. Вот. Его, например, отправляем мы сюда, да, по Ярославской, а в конце, по северо-западному району, 41-му маршруту, открываем маршрут параллельно прямо к 35-му маршруту. Почему это происходит, непонятно. По Максиму Горькому он никогда не работал, 41-й маршрут там. Мы ему накладываем на 35-й маршрут туда же, где и троллейбусы ходят, и 35-й маршрут существующий, и будет существовать, пока работает. Вот такие вещи происходят. Поэтому материал обследования, конечно, очень желательно, чтобы перевозчики ознакомились. Но она почему-то находится в тайне. Герман Геннадьевич, есть что ответить? Такой тайны есть. Еще раз повторяю о том, что это все в открытом доступности на сайте администрации. Если не получается открыть и понять, мы всегда рады нашим перевозчикам, мы всегда их принимаем и разъясняем. Отдел транспорта сегодня работает, и разработчики никогда не отказываются от разъяснений. Хорошо, мы обратимся. Ну, я вот тоже в защиту Герма Геннадьевича сейчас скажу, в защиту его слов. На самом деле, когда проходили публичные слушания, докладчики с института пытались доказать перевозчикам непосредственно на цифрах, которые там они когда проводили исследования свои, доказать им, сколько людей вы перевозите в час, какой у вас пассажиропоток, доказать им конкретно, что вы столько там не можете перевезти, что нужно крупные туда ставить, крупные автобусы надо ставить. Но перевозчики тоже не хотят слышать их, потому что они боятся, что их маршрут закроют. И изначально подход, с одной стороны, ну, это, конечно, на мой взгляд, подход питерской компании, питерского института, он был неправильный. Нужно было разработать полностью новую схему, ну, по сути, она сейчас новая, но не нужно было обозначать это старыми цифрами, нужно было обозначить прямо по порядку. Первый маршрут, второй, третий, четвертый, пятый, и ни у кого бы больше не возникло вопросов. А сейчас они думают, что вот 35-й, допустим, не закрывают, а 49-й там закрывают, или там 60-й. Вот, и они говорят, почему мой закрывает, а этот пусть, почему дальше работает? Нет, это не так. В головах немножко сейчас путаница идет. Новые маршруты, новая схема абсолютно.
будут совершенно прозрачные аукционы на электронной площадке, где каждый может участвовать, и не нужно бояться. Тут сегодня нет такого, что 35-й продолжает работать, а там 60-й закрывается. Новая игра, абсолютно новая игра на долгую перспективу. Каждый может участвовать. Сегодня перевозчик 35-го маршрута может работать, а потом выиграет другой перевозчик. И это нормально. Угу. Ну, то есть все будет, опять же, зависеть от того, насколько у них комфортные и безопасные условия сможет на аукционе. И жители понимали, и перевозчики понимали, и не путали там определенные понятия. У них всегда было так. То есть разыгрывался контракт на определенное количество времени. Сейчас у всех контракты уже у кого-то закончились, год там прям совсем на исходе. Поэтому никто ничей бизнес не рушит. Никто никого не ломает, раньше времени не закрывает. Ну, я говорю, как я и вначале говорила, да, то есть главный спор разгорелся, собственно, когда появилось слово «закрыть». Да, закрыть 20, 18 переформатировать, и это вызвало, собственно, вот этот весь резонанс и все это обсуждение. Предложение есть, конечно. Скажем, лучше не закрыть, а прекращает работу данный маршрут. Вот, поэтому я думаю, что, как любая реформа, она всегда внедряется сложно, она всегда идет через огромное количество препятствий, непонимания со стороны. Но если мы посмотрим на то, что происходило в городе даже за последние там, 3-4 года, да, все, что происходит у нас, что появились электронные табло, что у нас появились, нигде я не видела таких светофоров, как у нас, которые подсвечены снизу вот этой полосой. Да? То есть это все за безопасность, за комфорт. Оксана Ивановна, если так посмотреть, вот все светофоры мы последние 3-4 года полностью заменили, да? Светодиодные перешли обратным отсчетом времени. Если раньше стояли на каждом перекрестке, каждый водитель ждал и газовал на этом перекрестке. Но такого нет. Организация уже намного лучше стала. И каждый видит это. И приятно, и всем. Иногда хочется, чтобы пешеходы побыстрее прошли. Так ведь? Но всегда, когда автолюбитель на это смотрит. Да, когда ты смотришь как пешеход, тебе хочется, чтобы у тебя было побольше времени, а водители постояли подольше. Что хочу сказать. Все равно мы придем к комфортному городу. В любом случае реформа состоится, в любом случае модернизация транспортной сети произойдет. Если есть свои мнения у горожан, у перевозчиков, их можно высказывать, их можно писать на портале, да, администрации города Чебоксары, можно, возможно, присылать просто письма, приходить, назначать встречи. Но я думаю, что все предложения будут услышаны. И пока есть возможность всем вместе, всем городом, да, сформировать то, что нам будет нравиться, и то, с чем мы будем жить в ближайшем будущем, собственно, когда это все примется и когда мы начнем ездить на новых маршрутах. Я думаю, что, Валерий Александрович, и люди начнут выходить на новые остановки общественного транспорта. Да, но просто потому, что если у меня нет больше вариантов выйти на остановку, которая была рядом здесь, конечно, я пойду в любом случае на Энгельса. И этот пассажиропоток, он появится. Ну, просто потому, что люди перестроят свое мнение. Возможно, не в первые 10 дней. Но когда мне нужно будет ехать, я все равно подстроюсь, и через месяц у нас будет нормальный пассажиропоток в других местах. И это вполне реально, на мой взгляд. И все это может произойти, и мы действительно будем жить в хорошем, комфортном городе с безопасным дорожным движением, да, Андрей Валерьевич, для того, чтобы у нас все было хорошо. Что это был круглый стол. Я думаю, что мы сегодня получили много ответов. Какие-то вопросы, возможно, остались нерешенными. По-прежнему вы можете их задать на сайте администрации города Чебоксары. Меня зовут Оксана Очкасова. Всего доброго.